Вместо обычных кроватей целый автоматизированный комплекс. Такой подарок сделали Министерство энергетики Московской области вместе с Одинцовской электросетью пациентам Орехово-Зуевского психоневрологического интерната. Это устройство поможет не только медперсоналу, но и постояльцам учреждения. Данная функция обеспечивает поднимание туловища. О таких кроватях раньше приходилось только мечтать. Ее можно регулировать по высоте, а ложе трансформировать в удобное для пациента положение. Управляется ортопедический комплекс с помощью пульта. Человек может сидеть, лежать и сгибать ноги. По словам специалистов, эта кровать способна улучшить состояние пациента. Идет профилактика пролежней, значит, профилактика отеков. Здесь улучшается гемодинамика, улучшается кровообращение. Может смотреть и телевизор, и общаться. И, в принципе, здесь улучшается как бы уход за таким проживающим. Такой подарок своим подопечным сделали шефы психоневрологического интерната Министерства энергетики Московской области. В этом году это уже второй подарок учреждениям социальной помощи области. Мы, как отраслевики, в меру способности стараемся, чтобы наша подведомственная организация тоже оказывали такие, я надеюсь, приятные знаки внимания тем людям, которые в этом нуждаются. Людям важно общение, нужно будет приезжать сюда и с подарками, и без подарков, для того, чтобы общаться с людьми, потому что они, к сожалению, находятся в ограниченном круге общения, поэтому каждый новый человек для них там небольшой праздник. Пообщаться со своими подопечными Леонид Неганов смог в актовом зале. Постояльцы интерната подготовили для гостей концертную программу. На сцене выступали настоящие самородки. Больше всех зрителей поразил баянист Геннадий Соловьев. Почти ничего не видит, и все произведения он подбирает на слух.